они за вами ехали? Нет. А где они были? А где вы? А я есть не видел. Мы видел. Ехали с Райленов, да, мы ехали по трассе. Вы за ним ехали? Да. Четко за ним? За мной не было. Четко за ним ехали? Ну, четко, не четко, но я знаю, там... А видео есть? Было, но сейчас что-то не могу найти. Да что ты говоришь? Что ты не можешь видео найти? Нет. А что за видео? Откуда видео? И каким образом оно тебе доступно? Любым способом. Кто пишет? Любым? А ты 255-ю, первую, вернее, через запятую почитайте Купапа. Там не есть такого, будь які фактичні дані. Чого? Кто? Ну я тебе просто объясняю. Что такое? Повезло. Ой, человеку? Спасибо. Господи, а как так? Спасибо. Давайте, не нарушайте. А скажите, пожалуйста, мне просто интересно. А, ну у вас же донецкие номера. Да. Наверное, увидели так. Не, просто я скажу, что они хотели развести на бабки вас. Я действительно на мигающий поехал. А какая разница? Может, мигающий как бы разрешает проезжать, понимаете? Так в том-то и некоторых случаях. Спасибо. Подписывайтесь на канал Водос Харьков в Ютубе, посмотрите. Друзья, ну как-то так, опять люботинские засранцы, 0229. Так и номера прикручены, видите? 0229. Ехали с Райленовки и выявили правонарушение. Якобы человек проехал на желтый сигнал светофора. Да, на него нельзя проезжать, но в некоторых случаях можно. С чего? Что-то там прокрякал. Непонятное дело. В общем, друзья, как-то так. Пока. Draw a full check.